Это день второй, это урок номер один. Вообще, конечно, у меня две мысли было ночью. Первая мысль — это сколько же можно было вытаскивать этих карт. Я вообще не знал, что может быть такое. Ну, то есть, получается, простите, я наверняка уже тысячу раз это говорил, но просто я как человек новый, но 4 цветных карты, да, за столом, 10 карт всего. Как можно было 5 раз вытащить цветную карту? Как можно было 5 раз подряд? Какая вероятность? Что за казино? Слава богу, это закончилось все. Спасибо. Вторая мысль была, мы обсуждали, кто похож, кто может быть из современных героев похож на Леголаса. И предположили почему-то, что на Леголаса может быть похож ведьмак в молодости. Ну как ведьмак в молодости? Я просто не успел там высказать свое возмущение, вышел в туалет, уже сменили тему. Какой ведьмак в молодости? Вы о чем? И сидел, думал, а кто же может быть похож? Мне пришло в голову только одно. Что это этот, а я забыл, как его зовут, Гарри Поттер, который мальчик, который вот в семье этих бедненьких вот этих вот. Драко Малфой. Это Пол. Драко Малфой. Любимец женщин. Вот он может быть на Леголаса был. Мя. Ну, вы в основном возмущались сейчас на своей речи. Там было две темы, два возмущения. Для позитивной речи это так себе тема, да? Ну, согласитесь. Нельзя вас назвать сейчас красным, вообще у нас очень так. Жарко, мне кажется. Почему, а, господа Эскина? Почему, господин Джей? Почему, господа Мирабель? Да, но все равно я не сниму. Я не сниму. Да, ну с первым, ну в общем он говорил, не сбивался, все нормально, кажется, не нервничает. Но вот только из-за тем, потому что возмущался, такие темы были не позитивные. И я вас не назову красным, выставляю аккаунт номер один. Один принято. Как говорите, но черным я тоже не считаю, то есть не спалился черным. Потому что возмущались. В следующий раз, секунд. Если вы красный, значит надо выбирать позитивную тему, если вы хотите показать свой красный цвет, позитивную тему и улыбайтесь, и общайтесь со столом. Это время. Так, еще потом по старой схеме. Хоть меня красным, стреляйтесь. Стреляйте протокол, убейте свои очки. Все хорошо. Дальше уже не ваше. Не знаю, почему я должен быть прям позитивный, я не знаю. Первый может, в принципе, речь первый вопрос ответить сразу для меня. Согласен, что она была бесцветная, может быть, любой цвет. Ну, не признался красным, не признался черным. Можно за встречу поиграть. Да попил, наверное, можно. Плохо, что они не сказали. Плохо, что не все тут говорят, что КВН. Сдаются не шрифами некоторые. Сейчас сдалось не шрифом, не нужен баллон. Я бы тоже типа, не шрифт. 10 секунд. Да, он возмущается так негативно. Ну я можно, как шрифт тут. Вижу, у меня не 21, 25, а я вот шрифт. Я не знаю, куда же проверять этими вещами. Табри, мяй, вот там 4. Я буду учиться говорить четче и медленнее. Я играю с игроком номер 2. Игрок номер 3, по-моему, не сказал вообще ничего, какая-то полная непонятица. Только вот про шарик в конце поговорил. Речь игрока номер 1, речь игрока номер 2 мне очень понравилась. И по поводу первой, и вы, что вы попросили выключить, это мне очень понравилось. И что курточку не снимаете, все так очень празднично и радостно. Мне вообще очень близко все. Речь игрока номер 1 мне не зашла вообще. Я вначале вообще не понимала, о чем вы говорите про цвета. Я даже не поняла, что вы про себя говорите. Как можно забыть, как зовут кого-то из Гарри Поттера, Драко Малфоя, как можно забыть, когда Не признаю это. К тому же на Леголаса он не похож. Вот вообще совершенно. Ну вот никак. Вот Драко и Леголас. О, боже мой, нет. Вообще нет. Нет, я не говорю, что вы черный игрок. Я говорю, что мне абсолютно не зашла ваша речь нигде. Соответственно, я играю с игроком номер 2. 10 секунд. 3. Ничего не поняла. Спасибо. 5. Мне кажется, 4 сейчас красные. В смысле, вот так, и тогда были красные, а тогда мне так не казалось. Сейчас 4 мне понравилось, как поговорила, поиграю 4-2. Один при этом я не против. Один, во-первых, я что хочу сказать, это называется ролевые карты. Потому что пока до меня дошло, вы говорите цветные карты. Цвет это вот красный, это цвет. А черный это, ну, как и белый, оно как-то вот как-то не цвет. То есть сколько можно доставать цветные карты, наконец-то у меня не цветная, так чуть черная. Потом то, что там вторая часть вот этой речи, но мне вот эта тема просто не близка, поэтому я что там вот на кухне не особенно понимала, о чем речи такие сейчас. Ну,
там, в общем, я вне вот это вот. Два, поговорил хорошо, выставил, оценил один, ну, как бы адекватно играю. Четыре я уже сказала. Три, ну, я пока я не против, три, ну и пока я тоже не поиграю. Это время, и потом шесть. Так, ну здесь немножко неоднозначно. Я изначально хотел брать, да, 2-4, но 5 берет такую же позицию, как 4. И за то, что она как бы усиливает ее позицию, наверное, 5 я пока уберу за скобки, хотя позиция та же. Но это пока так, на всякий случай. Ну что она играет в той же позиции, просто усиливает позицию 4. А сейчас мне 4 показалось красной, потому что для нее не свойственно играть, ну, как-то против единицы. Обычно она всегда в каких-то ситуациях, даже когда разный сорт, подтягивает единицу. Сейчас она сказала, что ей абсолютно не зашла его речь. Мне она в целом тоже не очень понравилась, но вот кто-то выразился по поводу грустного эмоционала, я бы сказал, что эмоционал вряд ли это показатель цвета. Так что так однозначно не могу судить единицу, для меня он остается серым. Вот, но в этом плане мне 4 понравилось, например, больше, чем 5. 10 секунд. Потому что для 4 эта мысль была как-то уникальнее, а 5 просто ее добавила. По поводу двойки, вот он сказал, что жарко, я представил, как он в куртке в сауне, говорит, что ему жарко. Но это так мимо слов. Мне очень понравилась речь игрока номер 2, тоже хотелось посмеяться насчет того, что он сидит в куртке и говорит, что ему жарко. Вот, сразу вспоминаю себя, которая сидит в шортах и футболке и кричит, что ей холодно, когда все вокруг в свитере и с чашечкой чая. Мне была не очень понятна речь игрока номер 1. Для меня это вообще не показатель цвета. Я просто, кроме Драко Малфоя, не поняла, о чем речь. Что он, в принципе, там говорил. Мне на этот раз очень понравилась речь игрока номер 4. Я абсолютно вообще ничего не поняла, что сказал игрок номер 3. Поэтому игрок номер 3 для меня пока что под большим вопросом. Ощущение было, что он, в принципе, не придумал, что говорить, а на ходу не сориентировался. Поэтому я бы сыграла с 2-4. Ну, видимо, хвостом пока что 5-6. Об этом пока подумаю. Ну, 2-4 для меня пока что. Добрый, меня идет 0-8. Я просто подумал, что вот вы говорите, что вы вытащили 5 ролевых карт, а где же вздох облегчения? То есть после этого вот это... Нет, ну, этого не было в речи, это надо было сказать в речи, мне очень понравилось. Да, все вам навтыкали, я тоже навтыкаю, я не буду выделяться из коллектива. Значит, 2 называют 4-5 красным, 4-5 называют 2 красным, я пока не вижу причин, почему с ними можно не поиграть, для меня подозрительный игрок номер 6. Я не вижу ни одной причины, почему нужно выкидывать игрока номер 5, если вы красный игрок. Если вы красный игрок, просто присоединитесь к паровозу, вы не должны этого бояться. 7 вы назвали 2 красным, вы тоже назвали 3 непонятным. Давайте мы сделаем так. Мы сейчас еще послушаем, мы послушаем попил, но поскольку сейчас атака идет в игрока номер 3, проверьте вы этого 3, если вдруг он окажет... Меня? Легко, но я могу отстрелиться. Доброе утро, город. Ну, как говорится, ну и речи игрока номер 1 раз не для вас, ведьмак молодой, вы не можете представить. Смотрите, не важно, о чем он говорил нормально, то есть, в принципе, эмоционал был нормальный, непонятный многим. Ну, подумайте, запишите, посмотрите запись, пересмотрите, не важно. То есть, но игрок 2, который навтыкал ему за то, что он как бы у него упадническая речь была, тоже я считаю, что 2 для меня красный, 1 может быть красным. Очень много игроков единицы навтыкал. 3 действительно говорил, я не понял что, я просто не понял вашу речь. Я сидел, слушался, у меня умник мозг работал. 4 мне кажется красный, 5 тоже красный, нормальная позиция. А 6, будучи красным, выкидывать 5, боясь, что его позиция будет слабая, примкнуть красным игрокам из-за того, что это будет слабая позиция, нерелевантно. Тем, которая берет 2, 4 и 5, 6, некуда деться, тоже берете, тоже не подходит. 8 для меня красных. 3, 2 по 6 голосуют в один, 1 по 6 голосуют в 1. Вы сидите вот так вот. Вы голосуете. Короче, смотрите. Один поговорил нормально. Я вообще на самом деле не слушала речь. Я общалась со столом, и когда я услышала Гарри Поттер, я... Вот, поэтому чисто эмоционально... Я не знаю, что сказать, сейчас я вас переслушаю, вот, но за Гарри Поттера класс. Вот, я ничего не поняла, только это поняла. Дальше. Два поговорил нормально.
Навтыкал, ха-ха-хи-хи, но мне холодно. Дальше. Я сыграю с вами, пора вот так вот поговорил. Три не поняла просто. Четыре поговорила очень хорошо. И дальше вот идет что-то непонятное. Пять, шесть. Пять поговорила хорошо, шесть ее почему-то не взял, но он тоже поговорил хорошо. Он, видимо, чего-то там испугался. Я предположу, что там сидит один черный, поэтому я возьму пока что всех и буду разбираться дальше. Восемь, который просто с ним. 10 секунд. Это было очень жестко, это было очень плохо, поэтому надо проверять между три и восемь. Восемь мне не понравился сейчас. Очень. И 9, ну, тоже не очень, потому что он поддерживает 8 только за это. Вот. Это время. Мы переходим на голосование. Убираем руки, локти с игрового стола. На голосовании игроки 1, 3. Голосуем в порядке 1, 3, 1. Кто-то, чтобы стол покинул игрок номер 1, принято с 2 по 6. Остальные руки игроку номер 3 по 30 секунд, игрок номер 1. Ну, такой огромный у нас получился паровоз. Огромный. Мне кажется, смотрите как, мне кажется, что 2, 4, 5 шел искренний паровоз такой, ну, это мое впечатление. А с 3 я поэтому вывел его, попил, что нужно его переслушать, потому что я чуть больше понял, я уже как-то учусь понимать его, но вижу, что многие не поняли ничего, поэтому это будет полезно. А вот 6, 7, 8, там начинается у меня вопрос, такой, мне кажется, болотце. 9, 10 поиграли со мной, слава богу, хоть тот поиграл со мной, это вообще... Это время, я 3. Да, успокойтесь. С вами не понять никогда. Не учитесь, говорю, просто не понять. Просто даже не пытайтесь. Просто шериф может идти меня проверить. Сказать, что такое вот ведущему. Вам покажет вот так вот, вы мне вскроетесь, я вам пойду тройку. Там не будет тройки просто. Сейчас разберусь в этой игре. Все спокойно. Я вперед даже для первого. 10 секунд. Дальше послушайте круг. Шериф просто так, так ведущему не бойтесь. Спасибо вас. Затем мы переходим на переголосование. На переголосование игроки 1, 3 голосуем в порядке 1, 3, 1, принято 2 по 6. Остальные руки уходят игроку номер 3. То, чтобы оба игрока покинули стол, никто не ставит. Город уходит в ночь. Надеваем маски, садимся в позу ночного жителя, голова опущена, руки на плечах. Это время. Мы прощаемся с игроком. Это не открывает игрок номер 2. Так, вообще все по массу. Ну, если 3 распределили, кто нас атаковал? 3, 4, 5. А вообще все 3 подозревали. Я тоже подозревал, да. Но там в конце стола не так уж сильно его атаковали. Мне кажется, 4, 5 это самое. Я бы тут искал 4-5 одного, хотя мне понравилось, как поговорили 4 или 5.
6, да, была такая у него. Он побоялся брать 5, побоялся влазить в паровоз. 8-9 за это ему навтыкали. То есть между 6 и 8-9 тогда у нас будет разноцвет. И 10, которая навтыкала 8 и 9 за то, что они навтыкали 6. То есть 6 и 10 получается у нас вместе, разноцветие вместе с 8 и 9. 8, 9 и разноцветие 6, 10. То есть там нужны проверки. И тогда понятно. 7 мне очень понравилось. То есть он очень много сейчас сказал по столу в прошлый раз. Просто вот 4 человека поговорил, для 7 это рекорд, мне кажется, 7 красное, один не сказал, по сторонам еще накопили, одно пока я оставляю за скобками, непонятно. Вот такая. Время. И вот там 4. Так, я выставляю игрока номер 6. Мне как раз таки 8-10, плиз. Мне я очень вам сочувствую, если вы красный игрок, потому что я, как человек, которого очень часто подозревают на красный, тоже бы, может быть, так сделала. Но все-таки это подозрительно, то, что вы выкинули пятерку. И мне как раз таки понравился въезд 8-6. И я, короче, рисую для себя тут разноцвет, и я бы убирала кого-то отсюда, тогда бы следующий вы красный. Что, типа вы проверенный красный, вы нам говорите? А, окей, тогда я вышучу. Ну, у нас просто мне бы хотелось сразу сейчас найти какие-то противовесы. Поэтому мне вот нравилось, что тут есть противовес. Мне тоже очень понравилась речь игрока номер 7. Более того, в прошлой игре я думала, что мне она не нравится. Хотя я вспоминала, когда вот в прошлый раз она играла с нами пару недель назад, она в целом хорошо играла. То есть она хорошо справляется на красной карте. И, видимо, просто вот в прошлый раз попала, потому что была мафия. В общем, они красные игроки 2-7, 6-8, с уровнем на разномаз. Хотя сейчас я выставила 6, буду голосовать. 6-5 играю. Это время игрока номер 5. Так, я тоже играю 4, играю 2. 7, я не знаю, я не увидела чего-то очень красного, но как бы и против у меня тоже ничего нет. Теперь, 8 говорит, что он красная проверка, ну окей, я думаю, что тогда, мне кажется, что там разноцвет 8-10, я выставляю 10. 10 принято. То есть я понимаю подозрение в 6 от 4, понимаю подозрение в 6 от 8. Что нашла 10 подозрительного 8, что вы так вылезали на стол, говорили 8 очень плохо, мне непонятно. Объясните, что именно против 8, потому что для меня 8... Город играет не туда, мне кажется, там много черного. Это фол. Так, теперь, кто у меня остался? 6, да, я сказала подозрительный, 9. 10 секунд. Не знаю, 9 для меня нейтральный вообще. Один на попиле нормальным было. Что тогда получается? Добрее, у меня игрок номер 6. Так, ну, с чего начать? Начать, наверное, с завещания. В завещании у нас были игроки 4, 8, 9. 4 выставляет меня. 4, 9, 10. 4, 8, 10. 4, 8, 10 были в завещании. Так, 4 выставляет меня, 8 в меня въезжал. Мне 8 нравится, но сейчас он говорит, что он красная проверка. Хорошо, я не буду играть против красной проверки, потому что других пока у нас нету. Иначе мне нужно ему доверять. Дальше, по поводу игрока номер 7. Сейчас я начал накидывать красный цвет, но в прошлой игре Панелеона поговорила примерно так же. Тогда я ей тоже дал красный цвет, она оказалась черной. Так что для меня это не 100% аргумент, да, потому что в прошлой игре я именно по нулю ей давал красный цвет за хорошую на ноль речь. Поэтому по поводу 7 я не буду уверен. Соответственно, я не играю 4-5, я от них открещиваюсь, тем более 4 меня выставило. 10 секунд. Не играю против 8, 10 со мной играла, так что против 10 я тоже не могу играть. Выставлять пока я никого не буду, оставлю это право следующим игрокам. Спасибо, у меня игрок номер 7. Теперь я, наверное, поняла, почему мне было не совсем понятно, что происходит между игроками номер 5 и 6. Я по-прежнему считаю, играю с игроками 2 и 4, считаю, что они красные. Дальше 5 поддержало 4, это абсолютно было нормально. 6 тогда это не понравилось. Теперь мне не нравится игрок номер 6. Поэтому для меня он скорее стал чернее, и тогда 2-4-5 – это те, с кем я играю. Про игрока номер 1 пока понять не могу. Ничего, просто серый. Пока не вижу. Вот, возможно, да, что-то между игроками 8-10. Если верить, что 8 – красная проверка, тогда надо думать дальше. Игрок номер 8. Если вы понимаете, что вы делаете, вас слишком много за столом, вы просите плохие... То есть я попросил проверку на 3, это верно, но никто не знал, что 3 отстрелится. Я думал, отстрелюсь я, могла отстрелиться Мирабе, но проблема в том, вы нашли меня черным, потому что я говорил, ну проверьте 3,
И поэтому он может оказаться красным. Кем он оказался? Красным. Но проблема в том, что я не знал, что его действительно отстрелили. Вопрос дальше. Почему его отстрелили? Я не думаю. То есть я практически уверен, что его отстрелили по географии. Я думаю, что его отстрелили по географии. Что происходит дальше? Секунду. Значит, 4 не услышала, что я красная проверка. 5 говорит между 10 и 8 разноцвет. И говорит, я выставляю игрока номер 10. Но 10 по эмоционалу для меня красный игрок сейчас. Поэтому я говорю, 10, успокойтесь, давайте подумаем. Выставляю игрока номер 4, выставляю игрока номер 5. Принято. Я пока думаю, я пока еще не уверен. Я пока еще не уверен. 10 по эмоционалу, по всему эмоционалу, она красная. Да, она играла против меня. То есть я, в принципе, должен играть против игрока номер 10, поскольку она назвала меня черным, а послал меня проверить. Это ну, я проверенный класс. Номер 9. Доброе утро, город. Ну, вот смотрите, у меня сейчас что-то, слом шаблона. Я вас, то есть вы говорите, что вы красная проверка, нет у меня другой информации. Значит, вы красная проверка, если никто не возражает, никто не отрывал, не возражал этому, но вы езжаете в 4-5, я не вижу, то есть 4-5, ну, может быть, они черные, но они пока еще ничего черного не сыграли, против них я не знаю, как играть. И у меня сейчас подозрительный игрок 6 и 10 для меня подозрительный, который въезжал в 9-8, потому что мы не поиграли в 6, выставляю игрока номер 6. Стоит. Вот, смотрите, вы въезжали в 6, и я въезжал в 6, потому что он выкинул 5. 7, взяла и 5, она сказала, 2-4 для меня красный, ну возьму и 5 и 6. Невозможно 5 и 6 взять, 6 не играл в 5. Когда вы взяли 5 и 6, то вы тоже под зрительный игрок. Вот, 8 красный, 2, 4, 5, 8 красный, я считаю, а 6 и 10, я подозреваю 7, может быть тоже черный, из-за его боевой позиции. Мягкий, вот он 10. Конечно, я буду вас любить, когда вы играете не по моей версии на ноль. Это логично. Так, смотрите, что я думаю. Если я черная, значит 8 точно со мной будет черным в команде. По той причине, что когда шли выставления, я вам не донесу нормальную мысль, но короче, я от вас отвязываюсь, я считаю, что надо посылать проверку в 2-5, выставляю 5. 5, принято. Насчет 4 я не знаю, и между 4 и 6 сидит точно один черный, где 6 почему-то, когда в него топят очень сильно, 4 не выставляют, и говорят, ну я не знаю, кого мне выставить, и 4, которые топят 6, там нужна проверка. И между 2 и 5, 5 я очень сильно подозреваю, 2 у меня просто остается поста. Да вы стреляете 5, вот так вот надо посылать проверку. Один, пока мы не слышали нормальную речь, поэтому не знаю, 9 я считаю покраснее, 8-9 я играю, 7 непонятно, думаю покраснее, 2-5 мне не нравится, 1 сейчас послушаем. 6 не знаю я, проверка нужна мне, ну между 4 и 6 один черный сидит. Это время, игрок номер 1. Не, просто я честно подозревал по первому кругу игрока номер 8. Но красная проверка и вообще вот эти эмоции, а еще даже до проверки, когда игрок номер 8 там молился, сидел, как-то что-то нашептывал там, не знаю. Ну такой артистизм, ну мне кажется, что 8 вызывали его уже черным, мне кажется, 8 игрок красный. 9, да, точно. И, соответственно, вот из-за мне показалось, что, возможно, реакция игрока номер 10 сейчас такая бурная была вот на, возможно, на такое... бурную реакцию игрока номер 8. Я не понял до конца, почему так эмоционально сыграл игрок номер 10. 10 секунд. Ну, я по-прежнему считаю, что 2, 4, 5 у меня красные игроки. По 6 я сомневаюсь очень сильно. Скорее по 7 сомневаюсь. Но сейчас сомневаться начал по 10. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки 6, 10, 4, 5. Голосуем в порядке 6, 10. 4, 5, 6. Просто то, чтобы стол покинул игрок номер 6. Не убирайте руки. 2, 4, 7, 8, 9. 10. Просто то, чтобы стол покинул игрок номер 10. Принято. 1, 5. 4. Просто то, чтобы стол покинул игрок номер 4. Принят. 6. И поставьте руку, кто не голосовал, ваш голос уходит игроку номер 5. Игрок номер 6, вы набрали большинство голосов, ваша крайняя. Так, ну на самом деле окей, ожидаемо это было. Смотрите, я для себя вижу черную двойку, минимум 8-4. Смотрите, из чего это вывелось. По нулевому кругу
Подождите. 8 ехал в 6. И с первого круга 4 поддержала въезд 6. Затем потянулась эта змея, которая дошла буквально до 9 игрока по въезду в 6. Окей, Тим, сейчас собрались руки в 6. Для меня здесь вполне явно может быть и двойка черных игроков. Соответственно, я вижу себя... Я красная проверка, единственная шерифа. Еще вопрос? Это второй фол. Но мы же не знаем этого шерифа, нет ни одного, ни другого. Поэтому эта красная проверка нерелевантна до того, пока не скроется ваш шериф. Соответственно, я себе вижу разноцвет 8-10. Для меня 10 краснее, потому что я для себя вижу здесь красный эмоционал красного игрока, который, возможно, въезжает в черного для меня 8. Мне здесь все вполне логично. Кто может быть третьим, сложно сказать. Возможно, 9, который играет в позиции 8. В целом, это все. Спасибо, пас. Спасибо. Мы прощаемся. Город уходит в ноль. Надеваем маски, садимся в позначного жителя. Голова опущена, руки на плечах. Город. Утро недоброе для игрока под номером 2. Ваша крайняя. Игрок 2. Ваша крайняя. Вы можете говорить. Фантом, время идет? А, я сейчас говорю, да. Так, хорошо. 6, скорее всего, был Донал. Подождите, как? А, меня убили? Ой, я не понимаю, почему я говорю. Опять меня убили? Так, нет, 6, значит, не был дома. Нет, 6 не был дома. Я думал, давал договорку на выход, почему 8 меня стрелился. Так, мне 9 понравилось. 9 это, который выставил 6, по моей просьбе, хотя 6 уже стоял. Мне не понравилось 5, которая скинула руку в 10, она подозревала. И 10, и 1, и 5 голосовали. 10 секунд? А 9 шериф, 9 голосовал в 6, 9 красных. Все, кто голосовал в 6, я считаю красным. Все, кто не голосовал в 6, скорее всего... Вы можете оставить под протокол красных или черных, не более двух игроков. 9 красные, 8 красных. 8-9 красные под протокол, 300. И это время. Мы включаем протокол, а стол открывает игрок номер 4. Я собираюсь начать свою речь с того, что я хотела развернуться и сказать, что у меня рисуется двойка 5-9. Но теперь это двойка такая шикарная, два шерифа. А у меня не рисовались парочкой. И я даже хотела, мне понравилась речь десятки, и мне в целом нравилась десятка на прошлом кругу. И я даже хотела проголосовать в пятерку вместо шестерки, но шестерка мне не понравилась на последнем. Кстати, на прощальном понравилась, возможно, она и была красная. А вот на прошлом кругу мне не понравилась. Короче, хорошо, вам скрывалась девятка? Вам скрывалась девятка, окей, хорошо, я играю версию 8-9, пятерка мне не понравилась, я просила проверку, и вы ее проверили, собственно. Соответственно, она скрывалась, потому что понимала, что ее скорее всего проверили. Я вставляю игрока номер 5, и она скрывалась, как раз старалась быстренько вскрыться до того, как вскрылись вы. Окей, хорошо, ладно. Тогда хорошо. Так, что у нас дальше получается? Если у меня красные игроки 8, 9, 4, и все-таки мне нравится 10, 10 секунд. Мне сложно поверить, что 7. Яна очень хорошо сейчас села в паровоз, в прошлой речи просто повторяла все, что говорю я. Хорошо, у нас еще и будет проверка. Мя игрок номер 5. А что ж вы так переобулись? Вы со мной так вот играли. А то вдруг у вас так жестко, да, 9 у вас шериф, 8 у вас красная проверка, с 5 вы вообще подозревали, вы еще меня просили на проверку. Такое. В общем, пошла проверить 10, потому что вот эта вот игра против 5, то, что она просила там проверку 3, то, что она топила в игрока номер 8, непонятно почему, все было у нее плохо у 8 игрока, это проверка в 3 потом. В общем, совсем. Что там 8 нашел в 10 красных, вообще непонятно. Значит так, один голосовал вместе со мной в черную мою проверку, то есть один красный игрок точно, 9 скрылся, 9 точно черный. У меня последний черный, я не знаю, 6 может быть, что он уходил черным, хотя... 10 секунд. 8, 9, 10,
Черный, почему нет? Нет, 9-10 черный точно, а 8, ну, я вас черным не называла. Кто черный, это вре, то, что я сейчас пытаюсь сказать. 7. У меня сейчас две версии, что либо, ну, точнее, для меня точно 4-9 в одной команде. Осталось понять, какого цвета, потому что одновременно вскрыли шерифом игрок номер 5 и номер 9, очевидно, кто-то из них солдат. И я видела, как игрок номер 4 действительно просила проверить 5. Поэтому либо 4 и 9 красный, 9 шериф, и действительно проверили 5, и он оказался мафией тогда, мафия это 5. Либо 4 и 9 оба черные, и они разыграли все это шоу, а 5 пытался защитить себя, попытавшись опередить и... В общем, попытавшись себя защитить. Пока что сложно, я хотела бы послушать игрока номер 9, чтобы принять решение. Пока что... 10 секунд. Выставляю игрока номер 5. Стоит. Почему же вы тогда свою черную проверку? Это второй фол. Это время, игрок номер 8. Так, мы считаем команду. Для шерифа номер 5 черный у нас получается 9-10. И, возможно, 6, но 6 не может быть в команде, потому что 10 просила проверку в 6. Она говорит, точно проверка между 8 и 6. Вы говорите, что проверка 8, у 8 было все плохо. И поэтому проверка от 10 в 8 довольно-таки логична. Но я боялся, что я могу сестриться, поэтому я не хотел свою проверку. Но в любом случае проверка 8 была логична для стола. Теперь, логичная для стола. Да, логичная для стола. Дальше. Для игрока номер 9, который мне вскрылся в 0, команда черных получается 5. О, тут уже начинается вопрос, поскольку ты заострился. Я вас просил на самом деле проверить не 5, а 1. Я вас просил проверить 1, и у меня рисуется команда 1, 5 и кто-то еще. Но это не 9, и это, соответственно, не я. И получается, если 7 черная, 7 черная, секунду, 5 не голосовала, 6, 4 голоса пошло 6. Это время, игрок номер 9. Доброе утро, Хорат. Смотрите, во-первых, это игрока номер 5, мою черную проверку. Ну, во-первых, 5, 3, когда уходил, он мне слово, он так просил, чтобы шериф ему вскрылся, но никакой шериф ему не вскрылся, к сожалению. Он не сказал, я красная проверка, шериф меня проверял. Так что это, во-первых, нерелевантно. Это фол. Не вскрылся я его, так это ж вы его проверяли, это ж ваша красная проверка. А что мне его вскрываться? Нет, я не скрывался, я своей красной проверки скрывался. Не хотел палиться, 2 на меня сидел и пристально смотрел. Потом 10 просила проверку в 8, 8 просил проверку в 3. То есть тут все было логично, я подозревал 10, но потом на предыдущем кругу что произошло? 10 голосовало в 5, а 5 и 1 голосовало в 10. Вот, 5 моя черная проверка, значит 10, вероятно, красный игрок, 4, которая сейчас просила проверку на 5, тоже, наверное, красный, семерка, которая выставила 5. Значит, по остатку у меня остается 5 и 1 черный. Это время, игрок номер 10. Выставляю 5. Стоит. 5 не шериф, как может шериф не выставить свою черную проверку и просить семерку новенького игрока это делать сейчас? Это не шерифская игра. Дальше, проверка 8 была очень логична столу по той причине, что он красный. И когда он сказал, что он красная проверка, да 10 уже стоит, ну успокойтесь вы. А, не, не стоит, ну хорошо. 8 первый, кто заметил, что мы играем не туда, он первый сказал, когда вы как раз таки выставили первый раз десятку и топили кого-то в этой части стола, он сказал, что нам надо развернуться, и мы играем не туда, поэтому 8 точно красный, а вы черная. И да... Дальше, 1 и 5 голосовали в 10, значит, 1 тоже, скорее всего, вероятно, черный. Насчет 6 непонятно, может быть, он, будучи черным, пытался откреститься вот от 5, чтобы не сыграть с ней и быть неподозрительным. Непонятно, 7 вроде говорит, что хорошо. То есть я пока ее не трогаю. Тогда остается либо 6, либо 4. Если 6 уходил черным, значит, 4 красное и 1, 5, скорее всего, черное. Это 4, 5, 9, значит. Номер 1. Ну, смотрите, что получается. Окей, вставляю 10. 10 принято. Смотрите, что получается. Окей, давайте так. Я в первую очередь обращаюсь сейчас к игрокам 4-7. Смотрите, есть две команды. Одна команда, очевидно, это 1-5. Окей. Окей, давайте представим себе, что в какой-то вселенной они черные. 1-5. Давайте подумаем о том, какая вторая команда, альтернативная команда. По версии шерифа это 8, на, я вижу, 8, 9, 10. Ну как? Он 8, ну как это? Он 8 скрывался, 8 у него как раз проверка, ну как?
8, 9, 10, я считаю. Это фол. Я сейчас сыграл в баланс. Вот моя какая идея. Я сыграл в баланс и отстрелил. И снял бы игрока номер 10. А потом бы разобрался с остальными игроками. Это время. Убираем руки, Лок сыграл стола, мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки 5-10. Голосуем в порядке 5-10-5. Кто за то, что он покинул игрок номер 5? Принято. 4-7-8-9-10. Поставьте руки, кто не голосовал. 1-5 голосуют в 10. Игрок номер 5. Ваша крайняя. Значит так, игрок номер 10. Прежде чем предъявлять мне, что я не выставила свою красную проверку, вспомните, как некоторые шерифы не просыпаются ночью и не вскрываются потом. Так что от кого, от вас я этих претензий не принимаю. Игрок номер 9. Вы предъявляете мне, что я не вскрылась третьему убитому игроку. Мне очень неудобно было скрываться, когда на меня смотрит весь стол, потому что три агитируют, чтобы вскрывался ему шериф. Вы шериф, он у вас не проверенный, но он же красный, он же отстрелянный. Чего бы вы не скрылись тогда, если вы такой шериф? То есть эта претензия тоже у меня не принимается. 10 говорит, 5 не шериф, потому что там она что-то там с 8. То есть не потому что 5 говорит, что 10 у нее черная проверка, у 10 5 не шериф, а потому что что-то она там по 8 не то сказала. Кстати, на 8 первое наезжали вы, а я как раз его защищала от вас. 10 секунд. Там, ну 4, 7 там, ладно. Чего там 4 услышала, что один сдался? Ну я не знаю, может быть он там где-то и сдался, но я этого не слышала. Так что вот эти вот ваши претензии со собой смотрите сначала, господа. Мы прощаемся с игроком. Город уходит в ночь. Надеваем маски, садимся в позу ночного жителя. Голова опущена, руки на плечах. Ну, я по-прежнему думаю, что игрок номер 5 был мафией. Для меня они были одним цветом с игроком номер 1. Видимо, мое предположение, что либо мафия 1 1-5-6, либо мафия 1-5 и кто-то с левой стороны, но тут у меня тогда совсем логика ломается, я еще не успела так быстро считать, потому что я, да, я вот верю, что 9 шериф, 8 красная проверка, соответственно 8-9 для меня красные. 10 секунд, вы можете оставить под протокол, кого вы считаете красным, кого черным? 5 черный. Ну, только живых можно оставить. А, да? 9 красных. 9. 8 тоже. Принято под протокол. И мы прощаемся с игроком. Этот день открывает игрок номер 8. Да, доброе утро, город. Еще раз напомните, было 4 руки, которые пошли в игрока номер 6. Это игрок 9, 8, 2 и 4. 9, 8, 2, 7. Нет, ничего не показываете. Да, вы ничего не показываете. Не имеете права, да. 9, 8, 2, 7. Вы не голосовали в 6. Вы не голосовали в 6. Да, вы голосовали в 5. Значит, у нас получается такой расклад. Если 5 шериф, у нас получается среди черные игроки, 9, 10... И 4, которая переобулась против 5, но секунду, я просто считаю команду, Если шериф 9, то получается у нас черная команда, да, должно было быть 3-3, у нас получается черная команда 1-5-6. То есть 1-5-6, если 6 ушел по черному, я просто вижу, что такое секунду. То есть получается,
получается, значит, с этой команды, где здесь двое игроков. Смотрите, я думаю, что это может быть математическая победа, потому это что время. Я думаю... Мя, игрок номер 9. Ну, я думаю, что если черный выставлен игрока номер 1. 1 принято. На проверка, естественно. Вот, ну, смотрите, 8 проверенный, 8 проверенный красный, 10 было в жестких контрах с пятеркой, просила ее на проверку. Вот, 1 и 5. Голосовали в 10, поэтому они были проверены. Пятерка была проверена, единица поэтому проверила, потому что она жестко с пятеркой в зубы играла против десятки. Десятка очень вероятно, не очень, а практически на уровне красной проверки, потому что два черных играли против десятки. Четверка просила проверку, даже ей сказали, вы просите отстрел, а не проверку. Пока она не показала правильно, она просила проверку на пятерку, несмотря на то, что пятерка и очень дружная игра. 10 секунд. По, значит, по лучшему сценарию только один черный, единица, ему тогда стоит сдаться сейчас, потому что он все равно встанет. Ну, если нет... Это время, игрок номер 10. Вставляю один. Стоит. Что это сейчас было такое, Джейк? То есть я вас защищаю, да? Я голосую в пятерку еще до ее вскрытия. Она мне дает... Уберите, пожалуйста, дайте мне поговорить. Один черная проверка, все. И вы серьезно подозреваете, что 10 может оставаться, когда я защищала 9, уже отстала от 8, играю с 8, играю против 5 и 1, а вы говорите, что 10 это последний черный. Да меня бы уже свои черные давно выкинули бы. Не трогайте сейчас 10, я ее проверю. Все, да. Я думаю, что нет смысла, потому что... Смотрите, 6, скорее всего, уходил черным. Если 6 уходил красным в какой-то вселенной, все, у вас любая проверка, мы другого выкидываем. Все. Но я думаю, что 6 уходил по черному, 5. Я не знаю, что она так строилась, но. То есть все, у нас один черный остается. 4 красные, скорее всего, потому что 6 и 4 у них было значение. Это время, игрок номер 1. Ну что-то все уже решили, я даже не знаю, что. Я выставлю. Что? Что, выставить 10? Выставляю 10. 10 принято. Я не знаю, как аргументы доносить до стола. Все меня обвинили как-то заочно. Я этого не понимаю. Мне кажется, что сейчас здесь двойка сидит за столом. И сейчас будет просто победа мафии. Вот так вот все гладенько идет, все четенько, все. Я бы стол. Не знаю, будешь сильно голосить, скажут плохо. Ну, я не думаю, что Джейк мог голосовать свою черную. Это третий фол. Джейк, будьте осторожны. Я знаю одно, что когда мы рисковали зачем-то, каждый раз мы проигрывали. Очень гладенько все. Гладенько, ребят. Гладенько. Продуем сейчас вот и все. 10 секунд. Продуем. Ну, не продуем. Извините, спасибо вас. Джейк ловишь какие-то абсолютно. 4. Джейк ловишь какие-то вообще ненужные фолы. Пожалуйста, хорошо, может быть, я туплюсь. Давайте сейчас сыграем безопасно. Мне очень не нравится, что не отстрелился шериф. Здесь уход безопасный. Абсолютно безопасный. Я 10 уходов. Я могу представить за столом по 9-10 в паре. Джейк, пожалуйста, можно мы сейчас уберем половину? Ну почему? Это абсолютно безопасно. Для меня тоже самое будет безопасно, если вы сейчас уйдете. Это третий фол. С, будьте осторожны. Определяйте сейчас шерифом. Это не безопасно, по-другому. Это я второй фол, дизель. Я не вижу другой версии, в которой еще 2-2. Кто еще тут у нас 2-2? То есть, или вот жесткая двойка 9-10. Кто еще жесткая двойка тут? 10 секунд. Тройки меня убьете жестко, но... Это фол. Зачем риски эти? Ну вот я теперь считаю, что возможно 5 шеф. Я просто хочу сейчас убрать Полину. Мне кажется, что это безопасная игра. Я не вижу здесь другой двойки, я за столом не вижу. Я хочу разбить переходим... эту двойку. Если вы шериф, вас это устраивает. Это задержка речи, у вас второй фол. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки. 1, 10. Голосуем в порядке. 1, 10. 1, кто голосовал. Принято. 9, 10. Поставьте руки, кто не голосовал. 1, 4, 8. Игроку номер 10. Ваша крайняя. А теперь, если сейчас 4 будет черный, у вас будет 2 в 2. Если бы был такой вариант, если она сейчас будет черный, то у вас будет 2 в 2. Я не знаю, что... Да вы можете показывать это столько вы хотите. Я не понимаю, вы на приколе. Я вам круг назад объясняла. Что? Я вам круг назад объясняла, то, что я защищала, играла 8-9. Я голосовала в 5.
и снимаю один, а вы играете с непроверенными вообще четыре, которые не делают никаких ходов. Эмоционал. А если она сейчас черная была бы, и было бы 2-2? Вы не можете знать этого наверняка. Это очень странно. Мы прощаемся с игроком. Город уходит в ночь. Надеваем маски, садимся в позу ночного жителя. Голова опущена, руки на плечи. Одежду. Секундочку. Доброе утро, город. Утро недоброе для игрока под номером 4. Ваша крайняя. Как я рада, что вы меня убили. Спасибо. Я была уверена, что убьют вас, и я дальше буду тут страдать. Так, ну хорошо. Вы страдаете. Я почему-то сейчас больше готова верить в версию мировой. Нет, все-таки вы просто это сделали ради того, чтобы я не психовала. Но вы играете в эту версию, но... то есть вы убираете Серёжу. То есть вы просто сейчас сыграли безопасно ради меня, чтобы у меня не было ни родного срыва. Ну ладно, в любом случае вам спасибо. И спасибо, что меня застрелили. Мы прощаемся с игроком, пустите номерок. Это день открывает игрок номер 9. Открывает игрока номер 1, но тут даже принято. Проверка была, результаты его был предрешен. Другого варианта не было. Ну 4 красная, 1 черная проверка, 8 красная. Если бы 4 было черное, было бы 2-2, не было в ночи. То есть понятно было, что она красная, то есть проверять было бессмысленно. 1 черная проверка, я не знаю, по другой версии наступило бы уже 2-2. То есть только единственный вариант. Кстати, я хочу вам сказать, что респект, очень красивая игра, вы очень правильно делаете отстрелы для того, чтобы навести на меня подозрения. Это... Действительно очень хорошая, правильная, логическая игра. Я, то есть, респектую. Выставляю игрока номер 1. Все, у меня 8 красный, 1 черный. Это две моих проверки. Даже 10 секунд. Думаю, это под протокол. 1 черный, 8 красный. Спасибо, пас. Игрок номер 1. Что, все решили уже? Мне кажется, что это красивая игра под игроком номер 9. Игрок номер 9 всю игру, мне кажется, что сыграл лучше, чем игрок номер 5. Вскрытие шерифа от игрока номер 5 это какое-то недоразумение было сейчас, на мой взгляд. Поэтому я уже давно решил, что мы проиграли. Мы, в смысле, мирные жители проиграли. Поэтому, только одни расстройства. У меня третий круг подряд. Каждый раз называю черным. Ну что тут говорить, как хорош, что убеждать. Окей, давайте эту версию уже доиграем и пойдем в следующую игру. Спасибо. Выставляю 8, да, 8 даже. 8 принято. Я просто по кругу. Я каждый 9 считаю, что маленький. Это время. Игрок номер 8. Ладно, выставляю 1. 9 принято. Смотрите, игра тяжелая, то есть... Да, Лескина бесится, конечно, дико. Но я действительно просто решил сыграть безопасно. Просто мне так захотелось. Но в любом случае у меня получается так, что один сыграл слабее. Нет, 5 сыграла нормально, кстати. 5 сыграла нормально. У нее были 2 правильные проверки. Тем более ей повезло, что, во-первых, 3 был подозрительный и 3 был на отстреле. То есть получается так. То есть для него было супер удобно проверить три, тем более, когда против него никто не сыграл, когда против него все сыграли. Это просто замечательная проверка. Да, и я тем более ее просил. 10 у меня по всем признакам была красная, я просто хотел ради безопасности это сделать. Сейчас 9 сыграл хорошо, он сыграл лучше, чем игрок номер 1.
Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки 1, 8, 9. Голосуем в порядке 1, 8, 9. 1. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 1, принято 8, 9. 8. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 8, 0 голосов. Поставьте руки, кто не голосовал. 1 голос игрок номер 9. Игрок номер 1, ваша крайняя. Что? Что вы так смотрите? Ну это же вообще нормально так вот улыбаться пол игры, а мне нужно сдерживаться. Ну скажите, пожалуйста, спасибо. Спасибо. Мы прощаемся с игроком. Я объявляю победу города. Мафии были игроки 1, 5, 6, 2, 5, 4, 4, 9. Зачем? А если бы он убил меня? То, что ты на нуле сказал, что 4 лета 5 раз. Я тебе снял. 4 точно ничего. Я сразу про это, я на 9 раз. Надо было снимать 10, когда мы снимали 5. Чтобы сидело 2 шрифа. Нет, 4 лета, допустим, желтые, красные. Черный, белый. Ну, я это 4 раза, да, давайте сильно не затягивать с следующей игрой. Мы играем? Ты все? Да, последняя игра. Эскина. Циник, ты все уже? Потому что 4, которая играет зубы с 5, она, если она черная вместе с 5, она должна продолжать играть вместе с 5, искать черную здесь. Она переобувается на ту, и для меня, возможно, команда... Циник, ты уходишь? Циник уходит. Все равно даже с циником достаточно. Сейчас, нет, звона же есть зубы, они не играют вместе. Не, они играют тогда. Она знает свой цвет. Она знает, что у нее либо один черный, либо 9-10 черный. Другого варианта нет. Можно я объясню, почему тут нет второй версии? Для стола. И для нее тоже. Объясни для нее. Смотри, для нее. К этому моменту ушло 2 игрока голосования. Правильно? 6 и 5. 5 это черная проверка шерифа 8. 9. И можно я перебью на секунду? Нет. Почему? 6 вывел, 8, 9, 2, 7. 2, 7 убитые. Да, 4. 2, 7 это убитые красные игроки. Ни одной черной руки под версией шерифа 5 в шестом игроке не было. Значит, на момент, когда за столом 5 человек, 3 в 3 не наступило, значит, кто шериф? Шериф явно не 5. Ты рассуждаешь для стола, не для нее. Ты рассуждаешь для стола. А теперь давай рассматривать ее. Вот и давай ее рассматривать. Кто может быть мафией? 3 в 3 не наступило? Угу. Не наступило. Возможно, за столом 2 мафии, возможно, 1. Можно наступить 2. Сейчас, секунду. 2 или 1 мафия? При 5 человек. 5 человек за столом. Подожди. Это 3. Сейчас, секунду. Но уже не 3 мафии. Подожди, 5 человек за столом. 5 человек за столом, игра продолжается. Она сидит за столом, 5 человек, да? Хорошо, подожди секунду. Вот теперь ты дослушай. Да, 5 человек за столом. Да. Мафии 2 или 1? 2 или 1, да? 3 не может быть. Не может. Не может быть. По версии шерифа 5, за столом мафия 9 и 10. Угу. Все. По версии шерифа 9, за столом мафия 1 и может быть 4. Может быть. Может быть 6, 10. Может быть. Он не знает. Он знает, что только один черный. Она знает свой цвет. И она говорит, хорошо, девятка. Подожди, секунду. Подожди, по версии шерифа 9. Мафия 1, 5, но 5 ушла. 1 и кто-то между 4 и 10, правильно? Угу. И может быть 6. 4 и 10, но она знает свой цвет. Угу. То есть для нее, для ее цвета, по версии девятки, в самом худшем случае... Мафия 1-10, угу. По версии пятерки 9-10, угу. И 10 получается, двусторонняя черная, для нее лично. Смотри, для меня лично, когда я сижу за столом на четвертом номере, да.
версии 5 на момент... Опять ты начинаешь вот это... Нет, нет, секунду. Я тебе говорю математику, я тебе говорю жесткую математику. Я тебе тоже математику говорю. Хорошо, давай расскажи мне математику. Смотри, голосование. Черные, они что-то делают в этой игре? Нет, рассуждаешь. Я говорю про случаи, когда черные ни хрена не делают. Или делают глупость, или делают абсурд. Я говорю не про то, что должны, логика и все такое, а про чистую математику. Без эмоций, без того, что они должны что-то делать, без вот этого слова «делают что-то». Что дано? Хорошо, а мы голосование вообще не учитываем. Не вообще не учитываем. Ну тогда мне сложно что-то сказать, я всегда голосование учитываю. Так, секунду. В данной ситуации ты выкидываешь нахрен все и голосование, и все. Ты рассматриваешь ситуацию. Дано на столом. 5 человек, 3 в 3 не наступило. Ты не можешь с этим спорить. И не важно, кто куда голосовал. Значит, это 6-5, как минимум нет, один черный. Нет. Да! Не начинай, пожалуйста, это чушь. Что чушь? То, что ты сейчас говоришь, это правильно с точки зрения счета игры. Да. Но с точки зрения математики, это полная херня. Потому что математика всегда рассматривает самый worst case сценарий. Хорошо. При любом worst case сценарии из 6 и 5 хотя бы один черный есть, если игра 3 в 3 не закончилась. Да. 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 Окей? Окей. Но ушли и 6, и 5. И они были выведены. Секунду. Давай рассмотрим ситуацию, что мафия, это 9, 10, 6. 10 и 9 вывели 6. Зачем? Без зачем? Я тебе про что говорю? Чистая математика. Чистая! Чистая! Ну все, поняла. Ты поняла? 9-10. 9-10 могли 6 снести? Нет. Своего черного? Нет. Да, могли. Нет, не могли. Почему? А зачем? Нет, без зачем. Блять, какая же ты. Тупая, без зачем. Скажи, без мне. Зачем. Я тебе говорю, чистая, блять, математика. 9-10 ставят вместе и выводят 6 нахрен своего черного. Они тупые мафы. Они вывели своего шестого. Могут сделать? Технически они могут сделать? Ну, если мы... Технически могут? Технически, да. Да! Поэтому мы рассматриваем ситуацию, что мы не знаем. 9-10 это мафия. По счету игры, да, это глупость. Но по математике, по чистой математике, это может быть. Но мы все-таки играем. Нет! Отсчеты игры. Нет! Если есть чистая математика всегда бьет нечистую математику. Всегда, без исключения. Я почему зару за столом? Потому что начинаются вот эти рассуждения. Ну нет, так бы они не играли. У тебя либо мат победа, либо нет мат победы. Или так, или так. С точки зрения четвертого игрока, она рассуждает, мафия либо 9-10, либо мафия 1-10. У нее в двух случаях 10 это черный игрок. Он может быть и красный, но если это красный, то тогда один последний черный. Дима, ты сам говорил, при пятерых это. Да, при пятерых мы определяемся с шерифом. Все. И правильно было бы четверке определиться с шерифом. Да. Это было бы правильно. Она определилась. Если она определилась, ей нехрен с ним сидеть. Вот о чем мы разберемся. Нет, это уже не математика. Я спорю, я всегда ору только по математике. Если начинается полная глупость, а это глупость. Нет, она сказала, что она уже теперь считает больше пятым шерифом. Это да, нет, она по идее должна была в этой ситуации по игре. Если она считает, что 5 шериф, то понятно, что она будет сносить 10. Если она по игре не разобралась, она не знает, кто шериф, она сносит 10. Если она определилась, что 5 это лжешериф, она сносит 1. Я на это играл, чтобы... Она не определилась. Да. Или определилась, что 5 шериф, она сносит 10, потому что 10 у нее входит и в команду 9-10, да. И в команду 1-10. Да. У нее и так 10 сносится. Для нее лично это безопасная игра. Да. А для восьмерки это небезопасная. Он же не знает, кто такая 4. Он был уверен, что она точно красная. Это все херня. А если она черная, 1-4 и победа 2 в 2? Я то же самое им сказала. Вот именно. Поэтому для четверки легитимно ставить руку в 10, а для восьмерки это нелегитимно. Тебя она убеждает именно про восьмерку, ей пофиг. Нет, на четверку. Она убеждает... Ей пофиг на четверку, а пофиг, что ей сейчас, не пофиг, что 8 так. Сейчас, секунду, я тебе объясню. То, что ты возмущаешь за столом насчет 10, я тебя очень понимаю. Потому что, когда 10 говорит, а вот она про восьмерку сказала такое, какой же она шериф. Блин, она тебя черный называет, какой же она вот для тебя шериф. Да. Нет, это ты должна давать на стол. И поэтому я понимаю, что тоже это аргумент намного слабее. Ты используешь слабые аргументы
на этом делаешь упор, что 5 не шериф. Просто... У тебя точно 5 не шериф. Я просто в голове, я понимаю, что я-то красная, она меня до черного, значит, донеси до стола, донеси до стола. Поэтому я пытаюсь говорить другие аргументы, которые... Донеси до стола. Просто ты хочешь сильные... Кем ты хочешь, чтобы я для тебя была? Ну, у тебя еще сильные слова. Может, ты хочешь, чтобы я была для тебя? А, для тебя я могу, а кем угодно. Ты хочешь, чтобы я была для тебя? Все, нормально, поспорим насчет математики. О, слушай, давайте... Я вообще ведущий, то есть я в данном случае ни за кого не болею. Дима, поэтому... давайте шерифа назвать Кунстеппель. Да, и засовывать его в конст... куда-нибудь. И снимать, это Кунстеппель. Да, конечно, я тебя поменяю. Это потом только, да, можно. Не-не, давай я тебя поменяю сейчас. А то я уже просто вести буду. Я забыл, что ты сказал. Дивергент я. Дивергент, все, сейчас я прямо сейчас тебя поменяю. И мы садимся. Только скажите, у нас ушел Финик, а вместо Финика тогда Дайнерис, я думаю. Ты получишь красную карту. Сделай так, чтобы тебя не сняли в девятке. Сделай так. Не-не-не, постарайся. Я на прошлой игре очень стараюсь, чтобы не...